Крупная авария на танкистов. Поздно вечером возле танка столкнулись три автомобиля. Део, Приора и Лифан. Больше всех досталось владельцу узбекской легковушки. Ее владелец, таксист, в этот момент был на заказе, вез пассажиров. В итоге девушкам пришлось поменять маршрут. С травмами их увезли в больницу. По словам автоинспекторов, виновник аварии – водитель Приоры. Молодой человек выехал на встречную полосу. По танкистов вниз, на зеленый свет, в сторону Синого рынка. Я начал затормаживать, но все равно удар произошел. Пострадали три девушки, которые ехали со мной в машине.